Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Это Beauty Bomb косметика, новая коллекция. Ребят, по сумочке сразу видно, что это просто какая-то трешовая новинка, потому что сумка здесь радужная, уточкой, так еще и покрытом. Я просто была в шоке, когда я ее увидела. Можно залипнуть на ней. Сразу видно, что эта коллекция будет летней. А с другой стороны, сумочка просто желтенькая. И вся с попытами. Погнали. О, а вот и тени. Посмотрите, какие тут прикольные цвета, яркие. Pip and Pop. Оттенок палетки 01. Вот такие тут цвета. Давайте откроем. И, кстати, это еще и линейка. Можно носить с собой в школу. Вместо линейки. Вот такие цвета тут яркие, прям летние. Я точно буду пользоваться вот этим. Надеюсь, буду пользоваться синим, блестками синими и розовеньким ярким. А вот насчет других, это уже по обстоятельствам. Палетка очень тоненькая, очень удобная, вместится в любую сумочку. Так, давайте следующие палеточки откроем. Это топовая. Здесь есть глиттер белый. Глиттер белый — это просто что-то с чем-то. Это лучшее, что может быть. Еще мне нравятся вот эти бежевые. Желтенькие, очень красивые, с шиммером. Следующая палеточка, их там было вроде как три. Вот эта палетка будет самая ходовая. Тут есть и розовенькие, и бежевые, и глиттерные. Ну, шиммерные в смысле. Вот этот очень красивый цвет. Топ! Вот такое я люблю. Pip and Pop, Summertime и Very Berry. Продолжаем дальше, не смотрим. Это что у нас? Вау, это хайлайтер персиком. Вот это да! Топ! Так, заклеено. Что я хочу от нее вообще? Оттенок 02. Вот такая красота. Обязательно сейчас попробуем. Swatch. О май гарбл, Данила, ты крейзи. Смотрите, как он блестит. Это просто бомба. И пробуем розовенький цвет. Как румяшки можно использовать. Продолжаем дальше. Что я достала сейчас? Матирующие салфетки. Это, ребят, крутая тема. Тут целых 50 штук. Вот у меня не было матирующих салфеток, но они были у одноклассницы, они лежали у нас в раздевалке, и мы как бы всеми пользовались. Поэтому я с ними общалась уже, с этими салфетками. Вещь прикольная. Надеюсь, вы знаете, что такое. Если на коже есть жирный блеск, ты, короче, берешь эту матирующую салфетку и просто протираешь лицо, допустим. Вот такая коробочка, очень компактная. Так, давайте дальше. Это арбузное наслаждение. Смотрите, какой блеск. Это что? Блеск для губ так и называется. Короче, здесь он красненький, здесь зелененький. Еще тут есть семечки и в колпачке арбузики. Это вообще топ. Джелли джем называется. А аромат, я так понимаю, арбуз. Да, все всегда хорошо упаковано. Иногда слишком хорошо упаковано. Что даже открыть нельзя. Вот. Короче, свотчи на руке. И мне кажется, что он будет все-таки зеленым оттенком. Если его смешать, он будет зеленый. Такой странный цвет. Давайте. Где свотч? Вот здесь. Ну да, розовенький. Пахнет прям арбузом. Вот прям арбузом пахнет. Ребята, топ. Дальше у нас. Это кремовые тени в оттеночке 04. Так, открываем наши кремовые тени. А, вот оно как делается. Капец, синие такие крутые. Топ! Классная тема. Так, открываем дальше. Это тоже класс. Вот это реально круто. Я даже сейчас этим буду. Во-первых, это очень крутая штука, потому что это праймер, фиксатор и с блестками. А когда это с блестками, особенно праймер сверху, еще тон положил, это гениально смотрится. Прям, знаете, сияет кожа. Я еще тут заметила, что пахнет это пиноколадой. То есть кокос, ананас. Это взрыв мозга. Сейчас я буду это открывать. Так, все, погнали. Пахнет реально пиноколадой. И блестит оно вообще топ. Прям так по-летнему. Короче, эта штучка подготавливает лицо к нанесению макияжа, освежает и подсвечивает кожу в течение дня и фиксирует макияж. Короче, три в одном. Топ. Так, давайте дальше. Ой, давайте что-то одну достанем. Переводные тату-веснушки для лица. О, боже, я их наклею Лизе. Я думала, тут будут реально веснушками.
А тут, смотрите, картиночками вот такими, лягушечки всякие, смайлики, грибочки. Вообще клевая тема. Нет, это я сама себе. Короче, это мне очень понравилось. И главное, чтобы они потом отклеились от лица. А то пойду так, блин, сделаю в июне, пойду на 1 сентября с ними. Так, давайте продолжаем дальше распаковка. Это у нас колечки для волос. О, какие они красивые. И летние, смотрите, с бабочками, звездочками, вот такими висюлечками и просто обычные колечки. Прикольно, можно так заплести маленькую косичку и в нее вплести вот эти колечки. Классно будет. Так, дальше. Это жидкие румяна, оттенок 01. И это оранжевый цвет, я так понимаю. Оранжевые румяна, это мое все. Обожаю оранжевые румяна. Так, погнали. Тестируем вот здесь. Во. И тушуем. Класс. И у них оттенок не прям чтобы оранжевый, он такой оранжево-розовый. Так, давайте дальше. Опа! Еще один хайлайтер яблочком. Вот это можно использовать даже как тени, я думаю. Я обожаю блестки в тенях. Мне сразу нравится вот этот самый первый цвет, второй и последний очень нравится, синий. Третий хайлайтер мне нравится больше всего. Подмораживает кожу. Знаешь, типа, ну хотя, слушайте, даже не подмораживает, а как будто даже освежает. Топчик. Так. А как этим краситься? То есть сначала у тебя будет розовая мода, потом желтая, потом зеленая, потом синяя, потом фиолетовая, да? Запах виноградный джем. Боже, как это пахнет вкусно! Какая красота, называется Rainbow Gloss. И протестируем мы только розовый. Боже, как пахнет виноградом вкусно. Вот такая красотень, я ставлю 10 из 10. Так, двигаемся дальше. Достанем вот это. Какая-то маленькая палеточка, это глиттер для лица. Свиночка, боже! Вся в меня. Боже мой, какая красота. Вау, 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 вау. Тут, смотрите, есть и сердечки, и цветочки, и просто маленькие блесточки вот такие. И кружочки, короче, чего тут только нет. Красота. Так, дальше. О, еще, так понимаю, кремовые тени. Так, смываем наши свотчи с руки, чтобы дальше тестировать. Так, тестируем фиолетовые кремовые тени. Вот такой у них цвет. Вот этот классный очень. Написано Eye Paint. Кладем кремовым тенюшечком. Давайте дальше. Какую-нибудь помаду хочу. О, помада. Здесь уже начинается с фиолетового цвета. Желтый, оранжевый, красный и розовый. Оттеночек 01 и пахнет она голубичным пирогом. Короче, и та, и другая называется Rainbow Gloss. Фиолетовый цвет. Красивый. Очень нежненько на губах будет смотреться, как будто даже не фиолетовый. А вот зеленый интересно, как будет смотреться. Это мы скоро узнаем. Погнали дальше. О, румяшки, оттенок 02. Розовенькие. Вот такой красивый тюбик. Мне он больше нравится по цвету, чем предыдущий. Чуть-чуть нанесем. Да, вот у них цвет мне однозначно побольше нравится. Такой холодно-розовый, красивый. Их кисти очень хорошо наносит. Кремовые румяна и кисти там. Идем дальше. О, подводка для глаз, а с другой стороны печать. Когда приедет Лиза, она будет просто в восторге от этой печати, потому что это печать цветочек. Такой у меня еще не было. Она ее будет лепить просто везде, я уверена. Сначала я проверю подводку, потому что мне это больше интересно. О, топ. И проверяем печать. И опа, 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 опа. Пуфты стала Лизой Кореловой. Лиза, смотри, какая ты будешь вся в цветочек. У тебя же песня любимая летом была «Привет, ромашки». И вот ты будешь вся в ромашках. Продолжаем дальше. Опа! Это у нас маркер для бровей. Вот это мне нравится. Клевая тема, люблю маркеры для бровей. Ой, я так и знала, что он будет такой кисточкой. Это лучше. Так он еще и мягкий, смотри какой. Вообще топ. Все, это теперь будет моя любимая часть макияжа. Что обычно бровей не люблю делать. Я всегда так, ой, да нафиг эти брови, гелем уложу и пойдет. Сейчас займусь.
Вот. Буду сидеть и вырисовывать тут. Смотрите. Давайте дальше. О, глиттер. Только уже утенком. Их на руках не буду пробовать, они просто не смывают. Я просто представляю, Лиза приедет, начнет все рассматривать, спрашивать. Ой, это что? Это что? Куда носить это? Это что такое? А чем она пахнет? Куда я купила? Смотрите, какие блесточки. Вот такие же желтые блестки были. Тоже у Beauty Bomb в палетке, помните, которые лапками были. Так, дальше. О, вот это топ! Блесточки такие же, но тут есть яркие блестки. То есть они белые, и там бац красная, бац синяя. Коробочка с коровой, очень прикольная. Так, второй скотч отклеиваем. Вот, ребят, видите, тут красненькие, синенькие, зелененькие, желтенькие. И блестят красиво. Ребята, еще последний глиттер давайте. И это лягушечка. Эти с лягушечкой, эти с утенком, эти с поросенком, а эти с коровой. Какая вот красота, очень красивая. Так, давайте дальше. Опа. О, это что такое? Это тинт для губ такой маленький. Так, мне интересно попробовать. Оттенок 02. Peach Beach. В смысле пляж. Вот такой маленький тинтик. Тинтик. Как ты открыл? Я не могу, смотрите, он прозрачный. О, класс. Сразу, видите, проявляется на розовый. Пахнет персиком. Реально прям персиком пахнет. Такая малышка, боже. Продолжаем дальше. Кремовые тени, оттенок 01. Открываем. Опа, цвет, знаете, даже, наверное, не желтый, а кошеный травмный такой, зеленовато-желтый. Прикол, очень интересный цвет. Так, ладно, открываем дальше, вот эту большую откроем, это что? Повязка для волос лягушка, боже! Такая вот, 4 глаза. Так. Это ж патч для мозолей с рисунками. Все будут их использовать типа на палец, там, знаешь, так вот на нос, типа эти анимешники, и мы, балерины, ноги будем ими обмазывать. С рисунками! И вообще лакшери, пластыри, припасу для следующего года. Их такие вот, а прикиньтесь, они реально будут помогать. Очень красивые пластыри, мне нравится вот этот, очень. Продолжаем дальше. Кремовые тени зеленые. Все, ребят, у нас будет с вами пейзаж, я уверена. Будем рисовать летнюю картину. Вот такая вот красота. Упаковочка точно такая же. Топ! Вот, Лера, мне как-то хотела зеленые ногти сделать. Так вот, я сделаю вот такие вот тени. Она поймет, что надо делать зеленые ногти. Так, продолжаем дальше. Это что? Это гель для бровей. Круто фиксирует и пахнет. Угадайте, чем? Клубникой. Так, здесь написано Browberry. Открываем. О боже! Пахнет вот эта клубника из мохито клубничного. Мои брови будут пахнуть клубничными мармеладками. Так, ребята, там осталось всего немного. Давайте погнали, смотрим. О! Это блеск для губ. Апельсинка. Вот, да, здесь апельсинки и банан еще тут есть. Написано orange. Короче, смотрите, вообще это апельсиновый блеск, но... Здесь как бы цвет клубники, вообще апельсиновый, не знаю, вот тут клубнички лежат. Здесь лежат дольки бананов, апельсинов, короче, все подряд. Вообще это апельсиновый джем, ничего не знаю. Ну, пахнет апельсином. Давайте пробуем блеск наш. Вот так вот, вау. Кладем к арбузику, но мне арбузик больше нравится, он выглядит прикольнее. Так, следующий блеск, это у нас что? Это клубника! Вау, мне кажется, это клубника и маракуйя еще нет. Смотрите, какая тут красота. Здесь более прозрачный блеск, тут более белый. Вот, здесь клубнички в колпачке. Короче, красота. Давайте открываем. Пахнет также клубничным каким-то леденцом. Вот. Оранжа был прям оранжевый оттенок. У этого прям розовый оттенок. То есть они отличаются на самом деле. Очень сейчас актуален сезон клубники. Вот, поэтому все покупаем клубнику. Так, подсмотрела. Ладно, давайте откроем вот это. Это еще один маркер для бровей, только чуть потемнее. Вот. Ну, кстати, ими же не только можно брови красить, это как лайфхак. Еще и стрелки, и губы, и веснушки. Короче, вот, это я вам так чисто подсказывала уже.
Мне обычно после распаковок бьюти-бом болит ноготь. Ребята, когда смотрите это видео до конца, не забудьте написать комментарий, что из этого всего вам больше понравилось. Мне очень понравился блеск с арбузом, очень понравились вот эти помадки, гель для бровей вообще очень понравился, хайлайтеры, безумно понравился вот этот праймер. Так, теперь смотрим вот этот маркер. Ой, ну это вот цвет такой, более мне подходящий. О, смотри какая, опа. Все равно кривая получилась. Ну ничего, давайте дальше. Опа. О, еще один тинт. Да, кстати, мне тинт еще понравился. Вот я его не увидела. Маленький такой, боже, он так смешно открывался, не могу. Маленький, да удаленький. Так, открываем наш тинт. Сейчас тут Элина 6. Боже мой. О, какой у него цвет красивый. Цвет у него точно такой же, как у того. Короче, одинаковый тинт, я так считаю. Так, дальше у нас тут мыло для бровей. Топ. Такое у меня уже было с блесточками. Оно тоже. Смотрите, какие тут блесточки прикольные. Бабочки. Красота. Так, закрываем обратно. Все. Налюбовали, закрываем. И последнее, что тут есть, это вот такой блеск для губ. Красота просто. Так, открываем. Оба. И опачки. Пахнет вкусно. Это опять клубничной конфетой пахнет. Так, и свотчем. Опа. О, оно просто обычный такой розоватого оттенка блеск. Блеск очень классный и универсальный. Им можно пользоваться когда угодно. 24/7. Ребята, это все. Теперь можно просто попытить. Вот, но с моими когтями сильно не попытишь. Ну ничего, это еще короткие когти. Сумочку можно даже подписать. Написать свое имя, адрес, город и номер телефона. Вот, но я не буду писать ни адрес, ни номер телефона. Город могу написать. Так, и моя любимая. Короче, можешь сидеть такой, допустим, в кафе с сумочкой, пока ждешь свой заказ, так вот. Короче, можно залипнуть. Знаешь, тебе уже все принесли, такие, вы оплатите счет, мы закрываемся, ты такой сидишь. Ребята, ставьте лайки бьюти-бомбу, пишите комментарии, что больше всего вам из этого понравилось, и всем пока!